Поехали? Поехали, как говорил Гагарин. Вот и прошла наша экскурсия. Мы еще, конечно, с вами запишем погоду. Все это все расставим, и все будет клево. Вот такие вот клевые призы от DFM. Давай откроем. Это у нас что? Это у нас заклавка для книги. Не знаю, книги любишь читать? Ну да, будешь, вот иногда будешь. Вот эта тема. Что это похоже на орудие убийства. То есть вот она. Такая вот. Ну, чтобы... Такая вот штучка, да. Видишь? Зато DFM. Да, вот, логотип. Можно. И чтобы никого вот этой штучкой нечаянно не затыкать, вот такие антистрессы. Мягкие руки. Будете мять, и будет все клево. Да. Еще вот у нас мужчины для мужчины. Вот такой вот логотип. Точнее, это магнит DFM. Я его дарю тебе, мы его дарим тебе. Ты сам уже распоряжайся, можешь отдать девушке, можешь самому себе оставить. Но логотип DFM мы отдаем тебе. Можешь повесить на холодильник, кстати, очень неплохой, неплохой магнитик. Там из разных стран у тебя будут магнитики, а тут от DFM прям. Снизу на морозилке. Да, снизу на морозилке. У тебя тоже большой холодильник? Мы тебе холодильник подарим. Если у мужчины есть совесть и сострадание к девушке, и он захочет отдать ей этот магнит, то мы не запрещаем. Такой, а у меня этого нет ничего. Так, ну давайте записывать. Парк Дель Парад. Из года в год, из лета в лето. Проспект Ленина, 31. Если ты проснулся, то слушай свой прогноз погоды. Синоптики нам сегодня обещают 28 градусов выше нуля. Малооблачный, будет дождь. Погода фирма Аста. Магазин бытовой техники по низким ценам. И интернет-магазин astamega.ru. Доброе утро всем. Сегодня днем на улице ожидает 20.